6 апреля московское правительство силами гормоста произвело помывку памятника Юрию Гагарину, подготовив его ко дню космонавтики. Памятник Гагарину был установлен в 1980 году на площади Гагарина на Ленинском проспекте в городе Москве. Немного о памятнике. На высоком серебристом постаменте установлена скульптура Юрия Гагарина, изготовленная из титана. Высота памятника 42,5 метра, общий вес 12 тонн. У подножия монумента находится копия спускаемого аппаратного корабля «Восток», на котором 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин совершил первый полет в космос. Памятник Юрию Гагарину имеет статус объекта культурного наследия. По традиции к памятнику 12 апреля приносят цветы.